Всем привет, с вами Линк, вы на канале Гильдия Леммингов. Мы играем Stardew Valley, мы проходим эту игрушечку постепенно, шаг за шагом. Вчера мы женились на Пенни, она как бы привезла с собой еще комнатку. Видите, вот это ее у нас было вот здесь, вот стена заканчивалась, сейчас она расширяет еще небольшую комнату под свои книги. У нее здесь такое вот много подушек, она много читает, в общем, под нее. Вот, вот она стоит. И теперь каждое утро, чтобы не дропнуть вот это вот значение, вам нужно с ней общаться с утра, разговаривать и целовать ее. И вечером тоже пошли, пообщались перед тем, как уснуть, и сделали обнимашки. Не, обнимашек уже вечером не надо, просто пообщаться. Вот, перед сном. Если вы это будете делать, у вас будет 13 из 12. Если вы этого делать не будете, будете забывать, пропускать. Она будет дропать ваши отношения до десятки, каждый раз вам нужно их поднимать. Если Пенни дропает отношения ниже 10, по-моему, или 10. Ну, короче говоря, если отношения меньше 12, меньше топовых значений, она не занимается своими делами по дому, не помогает вам, не готовит, просто как-то сама тусуется отдельно. Ну, как в жизни, знаете. Сегодня мне нужно в город. Не перетрудись и пообедай как следует. Спасибо, Пенни. Вот. Не забывайте там обнимашки устраивать для нее. Это секунда делов, но немного внимания, и отношение к вам будет меняться в корне. Так, мне надо было сюда что-то выгрузить. Медик, да. И мы искали, я смотрю, что-то на... Нам нужно было сделать... Купить рис, по-моему, да, для роллов, чтобы вкачать что-то. Так. Робин, я слышу, там вроде как еще стучит. Посмотрим королеву Вторуса. Королева Вторуса. Стрит Фрай. Очень много мы его рассмотрели. Не будем этого делать. 10 число. В этот день мы обвенчались и в день рождения Винсента как раз. Винсент любит виноградик. Понесем ему виноградика. А, виноградик у нас, кстати, здесь лежит. Сразу его возьму, потому что я могу потом забыть. Я такой забываха. Возьмем получше виноградик. У нас, к сожалению, только серебряный есть. Но я думаю, Винс не расстроится. Так, давайте пособираем, позаряжаем сразу. Я даже не знаю, я разрываюсь, чем заняться, чем заняться. Сразу нужно освободить инвентарь, потому что мы потом не сможем опять собрать яиц. Будем бегать туда-сюда в панике, суетиться, а этому не хочу. Это нехорошо. Так, давайте пока закончим с заборами, наверное. Хотя нет, не закончим мы с заборами. Продолжим мы с заборами. Сейчас нашу поняшу возьмем. Так, а теперь чайнику надо вот сюда. Чайнику. Как нашего кота зовут? Пиксель. Видите, я даже не знаю, я не помню, как зовут моего кота. Так. У нас 70 тысяч почти, кстати. Вот, но не радуйтесь, мы их спустим просто в один момент. Как только Пенни достроит все это дело, нам нужно будет купить... свинюшек, купить коровок, в общем, привести в порядок нашу ферму, то есть чтобы мы не проседали по производству и денежки шли. Плюс нам нужно будет поехать все-таки вкачать собирательство и уделить этому время все-таки. Так, я забыл их повыпускать. Выходим все кучками, выходим. Так, здесь я закрою. Ха-ха-ха. Вот, таким образом, ну, могут они, конечно, здесь выйти, но я думаю, что это было, блин. Так,
такой звучок появился, как будто колокольчик какой-то ударил. В гривьярде так этот самый ослик привозит вам тела. Вот такой звук. Я сразу кинулся было искать, кого бы отнести куда-нибудь похоронить, и вспомнил, что я не в той игре. Как бы Stardew Valley светлее, ярче и добрее, на мой взгляд. Вот, Graveyard Keeper немножко повзрослее игра, ну, в плане там всех этих делов неприятных, которые там нужно делать. Вот, ну, так, на любителя, скажем так. Но игра классная. Очень много контента, не меньше, чем здесь, а может даже и больше, я бы сказал. Зависит, конечно, от версии, в которую вы будете играть. Вот. Стоит она, по-моему, недорого она стоит в Steam. Ну, в общем, ставите, подписывайтесь на обновление Steam, ну, на оповещение, и вам ставите в игрушку в избранное, как бы, закладочки. А вот, и вам приходят на почту оповещения постоянно от Steam на скидки. И там по горячему распродаже можно ее, в принципе, неплохо взять, очень недорого. Вот, но игра топовая, она того стоит, всем рекомендую. Вот, мы будем показывать, еще раз напомню ее, как только я разберусь, как бы ее показать, чтобы, ну, короче говоря, чтобы было приятно на нее смотреть, наверное, вот так надо сказать. О, тут можно пройти, оказывается. Так, если я киркой снимаю, она пропадает? Нет, она возвращается. Ну вот и хорошо. Мы ее поставим вот тут. И вот тут, да. Все остальное, наверное, загородим теми самыми. Ну, этими штуками, ну вы поняли. Так, надо уже выкашивать потихонечку. Сильно не усердствуйте, когда косите, то есть оставляйте траву, старайтесь выкашивать по краю, потому что она не размножается с краев, в общем, чтобы ей было куда расти. Это наполняет ваши силосные башни, и вы оттуда сможете скачивать, если что, потом эту травку всю. Вот, надо бы построить, конечно, еще силосных башен, но пока нам приоритеты... Будет пауза, когда нам не будет хватать, допустим, там денег или ресурсов каких-нибудь, тогда будем этим заниматься. Пока что так. Так, соберем наши трюфелечки. Пока вот здесь у нас есть заезд, свиньи пока еще туда не доходят и не надоедают нам. О, у нас тут производство закончилось. Сразу мы зарядим его, и приоритет идет на утиное яйцо. Отлично. Все-таки нужно поставить здесь, я чувствую, мне производство майонеза, вернее, масло, не масло, а, да, масло, правильно я сказал первый раз, чтобы каждый раз не бегать в дом. Так, это есть. Выложим все остальное сюда, чтобы оно не занимало нам место. Инвентарь, к сожалению, не резиновый, к моему большому сожалению, не резиновый. Очень хотелось, чтобы он был таковым, но не является. Так, ну, вроде все. Давайте здесь зарядим. Давайте выкинем лишнее. А, одно масло, чтоб, ну, я выкину. И по одному трюфелечку. Чтобы показать вам градацию цен. Дай бог не забыть его жмакнуть. Есть, есть. Масло тоже, правда, делается по-разному стоит, по-моему, в зависимости от того, какой трюфель вы туда положите. Но, ну так,
Усредненно будет понятно, я думаю. Так, так, так. Я, как обычно, встаю, туплю. Морожка. Это на джем. И вино. Я даже не знаю, можно с ежевики для разнообразия. Там можно с той же морожки. Вино будет у нас пока на... На раздачу. Можно, конечно, с помощью ее... Опа, скелета хватанул зачем-то за руку. Вино делается очень долго. Вино делается очень долго. По-моему, месяц там. В зависимости, конечно, от какого из какого фрукта вы это делаете, но... оно как приработок, наверное, классный, но не как основной заработок. Я бы, наверное, вино сюда выложил пока. Я зарядил вообще трюфель в трюфеле, в трюфележимку, или в, как это правильно назвать, в трюфелеварку. Так, я выложу вот эти все дела. Мы ехали за рисом к Пьеру. Сегодня среда, и Пьер закрыт. По средам магазин Пьера не работает. Блин. Надо изменить тогда траекторию поездки. Я думаю, что можно поехать в лес, пофармить дерево и подбирать чего-нибудь, чтобы быстро вкачать собирательство побыстрее. То есть это сейчас приоритетное задание, прям вот важное-важное. Так, свиньи начали выходить. Сейчас мы глянем, может, у них там трюфели нарылись. Так, пока никого не вижу. Может быть, в траве и нарылись, но здесь пока нету. Зайцы здесь на полянке бегают. Так, окей, хорошо, поехали в лес. Нам надо Винсента найти, подарить Винсенту виноград. 15:40. Давайте сначала подарим Винсенту что-нибудь. Вон дерево я вижу, кстати. Отлично. Отлично. Кстати, можно использовать Робин, построить силосную башню. Там дерево не надо, нужен камень. Сейчас я гляну, может, он дома. Винсента нету дома, по-моему. Да, вообще никого дома нету. Куда-то все ушли. Пенни наверняка с ними играет где-то наверху. Я думаю, в парке, возможно, даже. Она любит их водить в парк, по-моему, по весне. Хейли. Хейли подарить нет. Нет, на детской площадке их нету. А может быть, тогда или пляж, или они играют возле библиотеки. Так, ребята, дайте я промансю прям между вами. Где-то вот здесь. Так, а Пенни у меня дома. Как она может быть? Куда тогда Винс уходит с Джаз? Или она с ними такие занимается дальше? О, привет, Киржакот. Отдыхаешь от трудов? Я тоже. А, нет, труд не физический. Просто проходила онлайн-курсы. Библиотеки. Во заливает. Хорошо, поедемте на пляж, посмотрим, где они могут быть еще. Могут быть, конечно, и на и в лесу. Там они очень любят пикники устраивать в лесу. Ух ты. Ракушек нападало. Так, тут нет, похоже, тоже. Это становится странно. Среда. Вроде как. Мне интересно, если Пенни дома, то ходит ли она на работу?
Если Пенни у меня дома, как бы у нас дома, то кто занимается с Джасом и Винсентом? С Джас, точнее, и Винсентом. Блин. Ну и где мне их искать? Уже времечко как бы поджимает, а я еще не знаю. Возможно, Винс играет вот здесь сверху. Так, Джудит, все дома. А вон и Винс дома пришел. Винсент! Я хочу поискать жуков, но мама сердится, когда я весь грязный. Сложный выбор. Понимаю. Понимаю, брат. Жуки, это такое дело. Новое достижение связи. О, ты помнишь про мой день рождения. Спасибо, это так здорово. Семерка сразу видели, бам. Виноград на день рождения подарить. Да, подарок, конечно, огонь. Ну, главное, что нравится. А вот и Пенни, Пенни, Пенни. Не разговаривает со мной, обиделась, что ли? Ну, на самом деле нет, просто мы с ней диалог уже весь выговорили, и сегодня. Видимо, она его отводила, поэтому я ее видел. Пенни, наверное, продолжает заниматься с Винсентом и Джаз. Вот, просто мы как-то с ними разминулись. Так, а я нашел дерево тем временем. Я буду продолжать выфармливать все деревья, которые будут вырастать в округе, потому что нам их очень много надо. Просто много-много-много. Деревья от меня будут страдать очень хорошо. Но на самом деле они будут вырастать там. Тут такая система. Вы не сможете вырубить все деревья, ну разве что только зимой. Но потом они все равно вырастут обратно. Так, здесь ничего нету. Ну и нам нужно будет идти за золотом. Золото все-таки будет нужно. Еще одно дерево, отлично. Мы зашли как раз на уровень, просто нам не повезло. Нам не повезло, 80 и ниже начинаются золотые уровни. Вот, просто нам не попалось. Бывает так, что вы зайдете, и там ничего не будет из золотых, золотой руды. А бывает так, что заходите, и там прям все в золотой руде. Все облеплено золотой рудой. Все зависит, конечно, во многом еще и от везения. От фарта. Если вы заходите в фартовый день, когда духи вам благоволят, то вы можете находить очень много всего. Если вы заходите просто так, когда духи в плохом настроении, вы можете руды практически не найти вообще. Гляньте, мы сколько елок собрали уже. Огонь. 5 елок, вы экономите 5000 золота. Вот так. Правильно же? Если одна единица стоит 50, то 10 единиц 500, то 100 единиц 5000. Правильно. А 100 единиц это 5 елок по 20 штук. Ну, 5 любых деревьев по 20 единичек. Робин так долго все это делает. Нам нужен куда-то ящик сюда притулить, чтобы не бегать каждый раз. Угу. Нужно тренироваться закрывать эти дела все. Я очень часто забываю. Так, есть, собрали. Опять мы забиты под завязку просто. Как я это делаю, я не понимаю. Ну, учитывая, наверное, что я фармлю все подряд. Поэтому у меня все всегда забито. Так, ну и здесь надо подраскидаться. Мы 83 дерева нашли. Ну, там что-то было, какой-то остаток. Несколько штук валялось, но сам факт. Почти сотню нам и потратили две минуты на это дело. Вот так, хорошо. Хорошо. Это мы все продаем. Главное не продать лишнего.
Давайте сделаем вот так. Надо не забыть за рис. Съездить за рисом. Это нужно, это нужно. Это нужно. Это нужно. Я чтоб лишнего не продать случайно. Делаю такие небольшие перестановочки. Есть. Это продаем. Блин, трюфельное масло я уже туда ложил. Но я не буду пока ложить трюфельное масло. Мы его в следующий раз положим. Я хочу, чтобы нагляднее было. Там мы трюфеля кидали какие-то, да? Вот, я хотел вам показать. Не буду я перерабатывать это. Нафиг. Есть. Зарядим мы яйца. Я надеюсь, сегодня она закончит. Завтра у меня уже будет хлев. И завтра мы с вами... Завтра будет четверг, как раз будет работать Марни. Поедем к Марни за свиньями. Поедем к Марни за свиньями. Так. Яйца я еще не заправлял на лошади. Окей. Окей, хорошо. У меня масло еще готово где-то. А, мне трюфель надо, мне не нужен, не нужно масло. Мы его потом продадим. Вот, трюфелечек мы заправим сюда. Пусть готовится. С котом мы сегодня, наверное, не здоровались, да? А время уже позднее. Спит наша подруга Пенни. Джаз и Винсент плохо себя сегодня вели, я до сих пор на взводе. А вот с ней говорите перед сном. Все, поговорили, она уже выговорилась, и тогда ваши отношения будут только укрепляться. Так, а у нас еще есть время поехать что-то чекнуть. Так, ослик. Поедем чекнем грибы, наверное. Да, тут как раз грибы поспели. Классные какие. Фиоловые наконец-то начали появляться, это меня радует. Фиолетовые грибы, это просто класс. Так, я все сюда пытаюсь заехать, надо привыкать, что там у меня нет уже заездов. Ну и все, наверное, да, сегодня. Сейчас можно распихать грибы там по сундукам, освободить немножко места, уголь тут положить, куда надо. Гриб забыл рыжика засунуть. А, здесь факел лежит. У нас еще почти 3000 в масле лежит. А, я ловушки, наверное, не зарядил, да? Что-то мне так кажется, что не зарядил я ловушки. И, наверное, и не заряжу. Нет, ловушки заряжены. Ложная тревога. Скорее, скорее, скорее. Надо спать, ложиться. Время уже подходит. Все, Пенни, я с тобой. Супер, вот так закончился 10-й день весны 2-го года. 10 тысяч мы с вами собрали. Посмотрим. Вот трюфеля и шерсть. Вам наглядный график, кроме фиолового. Вот золотая. А, шерсть причем тут золотая. Трюфели. Вот 937, 781, 625. Масло я положил. Да, трюфельное масло 1065. Вот. 1065, 937. То есть имеет смысл перерабатывать все, кроме фиолового, в масло. Но так как если мы возьмем перк и у нас будет все фиоловое, нам переработка будет не нужна до тех пор, пока мы не вкачаем 40-процентное прибавление ко всему. Там какой-то рукастый, там что-то такое. Но это будет только тогда, когда мы попадем в канализацию. У нас дождь. У нас дождь. Кот.
прыгает здесь по дому. Не знает, куда себя деть. Так. Пока оставим, наверное. Мы сейчас все равно пойдем перезаряжать Пенни. Может, стоит поэкспериментировать над новым рецептом? Тебе ведь понравился мой последний рецепт, правда, солнце? Да, становимся сбоку и обнимашку даем Пенни. Как же называется? Чили де Кержакот? Да, готовь. Готовь. Я не против. Экспериментируй. Так, давайте глянем, что там у нас 11 число. Скоро у нас яичный фестиваль опять, кстати, намечается. Вот, нужно будет... У нас пустой инвентарь. Максимально пустой. Нужно будет яйца искать. Ну, это типа Пасхи, да? Так, соберем раков. Подрихтуем немножко. У нас начинает наживка заканчиваться. То есть из 80, там, которые мы купили, осталось всего вот 30. А это значит, что проезжая по пляжу, надо будет сгонять к Вилли и прикупить еще такой вот беды. Поскольку нам, по-моему, недоступен рыбак. Еще. Думаю, сделаю еще громоотводов. Как раз сейчас гроза. Как бы. Пусть заряжаются наши заборы. Так, поехали. А, нужна трава. Где-то мы траву положили. Я подсею травы в дождь пока. Нету. Не то самое. Сейчас сразу выброшу все это на продажу. Так, и один такой. Один, один, один. Сейчас поедем в забор, поставим еще. Ну, пока молнии, надо, чтобы он зарядился. В дождь молния попадает вот в эти штуки, и они заряжаются. Кто-то спер, вы видели? Кто-то спер мою статую. Вот здесь у нас стояла статуя, а кто-то ее спер. Там, видимо, отреспился какой-то этот самый. Ну ладно, я камень здесь оставлю, пусть камень здесь будет. Там стояла ворона или грач, или что-то там такое, птица какая-то стояла, видели? На ее месте появилась деревяшка, и птица исчезла. Печалька. Я надеюсь, это работает только со статуями, и мои электрозаборы не поисчезают в никуда. В никудыкино. Так, у нас новый хлев. А это значит, в новый хлев переезжают свиньи в срочном порядке. Как это делается? Сменить дом. Вот так вот берете и выбираете новый хлев, куда переезжает свинюшка. Она переезжает вот сюда. Выбираете еще одну свинюшку, сменить дом. И свинюшка переезжает вот сюда. И последняя свинюшка переезжает туда же. Есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять еще трех, да, мы можем сюда как бы подселить. Одного вниз, трех сюда. Можно было их, конечно, и не переводить. Вот, и мне придется им сено постоянно подливать, хотел сказать, подносить. Потому что здесь еще первый уровень, и надо будет с этим позаморачиваться немного. Но я думаю, что очень быстро мы это пропаем. Сова наша стоит, кстати, а та штука исчезла. Печально.
Ну ладно, окей. Сейчас мы досадим траву. Я хочу здесь посадить. Знаете что? Вот классный вариант посадить его здесь. Вот надо сбить сову, посадить сюда травку и на травку поставить опять совуха назад. Это называется бесконечный рез травы. Они траву под совухом не смогут съесть, а она будет постоянно разрастаться. То есть таким образом постоянно давая постоянные те самые. Мы можем и здесь то же самое сделать, собственно говоря, и, наверное, надо сделать, потому что я запарюсь просто. Они будут сжирать все на свете, и трава просто не будет успевать разрастаться. Вот. А вот таким образом, если, допустим, вы садите траву, допустим, вот тут, и ставите на нее громоотвод. Допустим, громоотвод. Только надо прямо на него поставить, а не мимо. Вот. То травка будет разрастаться в разные стороны, как бы. Мы еще поставим травы. Здесь кустик. И будем ставить на нее одну и ту самую. Вот таким образом сделаем бесконечный респ для травы. Они ее не смогут съесть. Ну, по идее, они ее не смогут съесть. Вот. И у них будет таким образом здесь всегда травка. Сюда трава пойдет расти сама. Мы пока подсеем немножко. Ну, тратить всю не будем. Не будем, я говорю. Так, тут уток не пора продавать, уже почти они тут. Некоторые уже совсем хороши. Но совсем две. Две у меня утки подходят к продаже. Вот, взяв перк на зверей, вы получаете, по-моему, там сколько, 20%. Или 30, не помню точно. Ворота закрывать я не буду, потому что сегодня звери не выйдут туда. Блин, надо молоко сначала залить. У меня много-много молока. Не, вот я думал, испугался уже, думал, молоко кто-то спер. Так, есть. И заодно слоты поосвобождаем. Есть и есть. Все, гуд. Гуд. Я не помню, что стоит башня. Знаете что, давайте к Робин мотанемся башня и закажем. Что мы планировали вообще сегодня сделать? Купить свиней, да? Давайте начнем со свиней, потом сгоняем к Робин. Закажем ей башню, нужен камень, нужна глина и, по-моему, слитки медные, 5 штук. Есть камень. Я не помню, сколько глины возьму все, и не помню, сколько камня тоже весь возьму. Вот, и давайте сначала за свиньями. Свиньи важнее, потому что сейчас Марни закроется в 4. Вот, Робин, по-моему, до 5 работает, если память не ошибается, моя. Так, Марни, привет. А я хочу приобрести свиней 16 тысяч. Эх. Я хочу в основной хлев Моня. Пусть будет Моня. Прекрасно, Моня ждет у тебя в своем новом доме. Приобрести животных, свиней, хлев, Балкан.
Ну что за Максимус? Свинья Максимус, отлично. Прекрасно, я отправлю маленького Максимус в его новый дом прямо сейчас. Чего-то я забыл про ее акцент. Ну не знаю, что-то мне кажется, что она должна с акцентом говорить. Ягодка, свинка Кеша. Кеша, отлично будет. Прекрасно, Кеша уже ждет тебя в своем новом доме. Не знаю, какая-то прибалтка у меня получается, Марни. Еще свинью хочу. Еще свиней, много свиней. Четвертый баламут. Окей, будет свинья баламут. Прекрасно, я отправлю маленький баламут в его новый дом прямо сейчас. Джасик, привет. Мисс Пенни учит у меня чистописанию. Миссис уже, наверное, Пенни. Чисто читанию и чисто писанию. У нее такой красивый почерк. Да, она вообще молодец. Марни, привет, Кирша кот, бедняжечка. Вымокнуть вот так-то нитки. Да, это есть. Деньги все спустили, все вообще. Ну, есть еще на одну свинюшку, но уже места нету, надо расширить хлев. Хлев не расширим, пока не будет. Блин, нам к Марни, вернее, к Робин, я хотел на пляж заехать, лук пособирать. Сейчас. Четверг. Пока проезжаем мимо Пьера, нужно купить рис. Пьер, мне нужен рис. Один штук пока хватит. Потом еще куплю. Должны успеть к Робин, если она, конечно, сегодня работает и никуда не сбежит. Но дождь идет, я надеюсь, что никуда она не денется. И мы ее сейчас застанем и закажем ей еще одну силосную башню. Ой, да нитки! Построить здание для фермы. Мне нужна силосная башня, Робин. Да. 100 камня, 10 глины, 5 медных слитков. Силосная башня стакается, и в нее уже можно в 2 раза больше заказать. Блин, тут что-то отреспилось. Какая-то дрянь, видите, здесь появилась и не дает мне ее здесь построить. Хорошо, ну я построю здесь тогда ее. Можно вот прям возле дедушки где-нибудь тут вот забабахать ее. С этой стороны нельзя. Ну, можно вот тут вот где-то сделать. Я обычно здесь строю их. Столбиком их тут. Они тут никому не мешают вверху, когда стоят. Вот, можно их здесь ставить. Ну, давайте одну поставим здесь, пусть стоит. Она не мешает респу. Ничему, ничему, ничего, короче говоря. Ладно, прямо завтра с утра и приступаю. Будет тебе силосная башня. Все отлично. У нас теперь будет заготовочка. Мы всегда рады тебя видеть, даже если ты не собираешься ничего покупать. Мы с Робин потихонечку ничего и не даря, видите, уже 6 из 10. Только на заказах. Нам иногда бывает так одиноко в горах. Так что козий сыр можете ей не дарить, она, в принципе, просто на заказах будет поднимать с вами отношения. Этим летом я планирую много времени провести за телескопом. Окей. Как дела на ферме? Сейчас сезон пастернака, правильно? Да, но я не сажу его. Представляю, как должно быть спокойно работать весь день с растениями на свежем воздухе. Ну, да. Не люблю я растения, как бы мы сейчас уже, в принципе, на той стадии, когда можем этим не заниматься. То есть можно зарабатывать на других вещах. Доисторический топор уже известен Гюнтеру.
Я предлагаю пока... О, пока дерево выросло, его надо срубить срочно. Все деревья будут срублены. Простите меня, зеленые. Я обещаю их засеять назад. Так, а зачем я сюда еду? Посмотреть на руду. Возможно, руда появилась у нас. Да, руда появилась таки. Сейчас быстренько мы ее соберем всю. Но немножко и только медная, по-моему. Я не вижу никакой руды такой жесткой, типа иридиевой или хотя бы золота. Так, ну мы быстро это все сделаем. Тут ее немного. Вот, немножко нефрита добыли. Я не знаю, это для продажи, наверное, но продавать ничего не интересно, кроме как алмазы. Так, а у нас места нету, что ли, уже? Представьте, нет места. Будем выбрасывать сок. Тогда надо ехать через дом в лес. Я хотел еще лук собрать сегодня. Возможно, что-нибудь еще пособирать по дороге. Поедем через верх тогда. Что еще можно выкинуть? Можно к Джунима заехать, правда, завести там кое-чего. Можно артефакт выкинуть. Тоже нафиг он не нужен. О, тут же у нас сундук есть знакомый. Давайте лучше в нем оставим что-нибудь ненужное. Допустим, там сено. Это нужное. Так. Что мы можем здесь оставить? Перо. Глину не будем оставлять. Вот это нам не надо. Собственно, у нас его много. Вот, артефакт. Ерунда какая-то. Вот, улиток можно наставлять. Жиода. В принципе, не горит. Все остальное вроде нужное такое. Так, я хочу попродавать кое-чего. Лишние штуки. Ну и вроде все нормально, успеваем. Ну, я так думаю. Я купил пиратский меч. Зачем я это сделал? Как вы меня заколебали. Так. 8.14. За 200 продадим. Один свинцовый прут, армейские ботинки. Можно крылышек им напродавать, но нет, лучше оставляйте себе. Давайте глянем, что у них есть. У них есть костяной меч за 6000. 20-30. Ну так. 22-29. Даже лучше. Тут скорость плюс 4. Плюс 4 скорости, то есть он очень шустрый. Но это дает одну защиту. Мне нравится. А что у нас сейчас? Что там прут? Прута уже даже в продаже нету, по-моему. Молотки классная вещь, я помню. Нет, я плохо помню молотки. Деревянный молот 15-24. Нет. Вот эти вот топовые 20-30. 20-30, а у меня что он? 18-27. Ну, шило на мыло называется. Только что быстрее он будет бить. Что там? Понятно. Ничего там, да? Окей, я думал, мы уже там что-то там нафармили. Хотя мы плохо ходим по данжам. Ну как плохо? 85-й у нас, по-моему, из 120. Простите за спойлера. То есть мы уже очень недалеко от дна. Относительно. Практически 2/3.
Вот, но золота не хватает. Все же золота не хватает. Конечно же. Сейчас я чекну наверх, что может тут деревья. Нет, тут еще нет деревьев. Едем в лес. Едем в лес с разгрузкой у себя дома. Так, хватит. Поднять хватит. А вот здесь я, смотрите, дерево нашел. Есть. Все собрали. Поехали. Вот это должно завтра уже поспеть. Ну, со дня на день. И кольца мне очень нужны. Очень-очень нужны кольца. Че по грибам? Грибы есть, но взять их, наверное, некуда. Я могу древесный сок выкинуть. Будет два места. Ну, три от силы. А мне три не надо. Тогда мокрая газета, до свидос. Все окей. Так, теперь нужно повыкладываться. Быстро повылаживать ненужное. Наверное, отсюда надо начать. Есть. Что еще? Что еще? Мы выкладываем трава здесь, пусть лежит. И камень нам уже не нужен, пусть отдыхает. Пока крылышки летучей мыши. Нет, мы хотели зарядить, и я забыл совсем. Их надо выставить, чтобы они заряжались. А я туплю в полный рост, как обычно. Я просто забыл. Я поехал что-то выложить, чтобы их, наверное, поставить и позабывал все это дело. Как я умею. Так, ну ладно, сейчас будем исправлять ситуацию. А нам еще за луком ехать. Там по дороге, в принципе, можно поставить эти штуки. Хотя бы парочку. Поехали. Так, тум. Так, а куда пропала? Вот здесь у нас стояла металлическая вставка одна. Куда делась? Кто знает? Так, у нас слитки уже подзаканчиваются потихонечку. Ну вот я оставлю слитки, я еще поставлю 4 штуки забора. Какие-то звуки страшные. Так, а где моя лошадка? Алло. Ага, вот она, я в нее уперся. Окей. Поехали. 22:30. Блин, ситуация уже опасненькая, уже поздновато. А мы еще лук не фармили. Каждый сбор дает определенное количество опыта, но я не думаю, что за лук много дают. Я его фармлю, поскольку он есть. И вот здесь, кстати, тоже его можно немножко подфармливать. Вот, я не вижу дерева. Дерево так и не выросло. Это меня печалит. У нас факелов с собой нету. Нету, жаль, я бы расставил. Ну окей, возвращаемся на базу. Разгружаемся. Надо еще с Пенелопой поговорить, потому что обидится. Ну, один раз можно пропустить, наверное. Но не более того, по-моему. По-моему, так это работает. Ах, я думал, это дерево. А, ну, волшебника там на утесе. Все, 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 все. Возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся.
уже первый час времени, а мы еще как бы в седле. Может вот здесь вот посредине сделать проезд. Так. Мы можем еще пару яиц сюда поставить. Есть же у нас яйца, да? Яйца есть. Я хочу повыкладывать вот эти дела. Так, зарядить. Не зарядилось. Вы видели? Все, успеваем, все норм. Так, утиные майонезы, вот эти майонезы. Да, и вот это тоже, ладно, чё. Там сотня, полторы. Классное перо. Выбросим. Можно поставить руду на пережог. Да, давайте так и сделаем. У меня ее как раз есть 20, надо 4. 4 хватит. Угу. Так, есть, есть. Все. Все это дропаем. Надо бы роллы было скрутить. Так, все. Сейчас мы поговорим. Я решила приготовить ужин. Надеюсь, он тебе понравится. Жареный чего-то там угорь, по-моему, да, был. Пынечка нас угостила. Позаботилась о нас. Отлично. Я полил свою семечко. Вот это нет. Надо светильники ставить, что мы в полумраке здесь живем. Прям как... А, жареный угорь, да. Жареный угорь она нам приготовила. Это классно. Вот, поскольку жареный угорь, это всегда классно. Так, я выложу сюда рис в холодильник. И это даст, по-моему, нам возможность приготовить суши. Роллы. Нет, морская водоросль. Нам любая рыба нужна. Любая рыба, пожалуйста. Вот есть у нас там сардинка. Сардинка одна. Сардинка. Вот они, роллы. Пум. Есть. Сюда я их поставлю. Итак, у нас доска объявлений. Тут гранат, а тут... тут капуста цветная, а здесь все, в принципе. Берем... вот это у нас лежит. Нужно один трюфель, съедобный папоротник, кленовый сироп и мак. Завтра побежим делать эту штуку. На сегодня пока все. Вот я закончу этот день. И с вами будем прощаться. До следующей серии. Увидимся там. Я надеюсь, мы сейчас вкачали. Нет, я все надеюсь, что мы как что-нибудь вкачаем. А мы не все не вкачиваем, мы не вкачиваем. Собирательство. 4 трюфельного масла дают 4200. Майонез пустоты. Большой бутыль молока. Маленький бутыль молока. Маленький бутыль молока можно было переработать на сыр. Было бы чуть больше, может быть. Немножко совсем. Вот, но ладно. Тут шерсть и утиное перо. Супер. Нет, перков никаких не будет. Будет 12 число, пятница. Увидимся в следующей серии. Спасибо всем. Еще раз с вами попрощаюсь. Всем пока.